Эдема прямо к вашему сердцу. Дана свободы вечная бдительность.
Ответный огонь! Атака по схеме Альфа. Решающий удар. Решающий удар. Огонь. О! Thank you.
нации на Земле позволили ей умереть? Ответ очень прост. Некомпетентность высших эшелонов власти. Мы слепо доверились Булдурту. У наших бравых лидеров было все, что их душа желала. Власть, богатство, престиж. Пожаловать мегатонну. Бомба совершенно безопасна. Снова даем. Пожалуйста, подождите. Идет оценка угрозы. Уровень угрозы минимальный. Открыть ворота. Уровень угрозы. Пожалуйста. Пожалуйста, помоги! Воды! Я умираю! Я раньше пил, что попало, но я больше не могу. Сейчас меня просто вывернет от нее. Мне нужна очищенная вода! Пожалуйста! Я раньше пил, что попало, но... И... Боже. Минимальный. Открыть ворота. Нужно перекусить. Посетите лунный фонарь. Добро пожаловать в мегатонну. Самый дружелюбный город в округе. Заходи, гостем будет. Заходи, гостем будешь. Будь я проклят. Опять новенькие. Меня зовут Лукас Симс. Я тут шериф. И мэр тоже. Когда надо. Не знаю почему, но ты мне нравишься, парень. Что-то мне подсказывает, что тебе можно доверять. Так что добро пожаловать в мегатонну. Свистни, если тебе что-нибудь понадобится. Дружелюбие и хорошее... Хорошо, что мы понимаем друг друга. Да запросто, партнер. Что тебе нужно найти? Наверное, тебе стоит обратиться к Мойре из магазина на кратере. Она торгует оружием. Насколько я знаю, она его еще и делает. Ее магазинчик как раз около кратера. Разумеется,
Заведение Мориарти. Мойра продает кучу всякой всячины в магазине на кратере. Угадай, где этот магазин? У Мориарти на юге города. Поговори с новой. Она тебе поможет. Конечно. В чем дело? А что такое? Никому из... Что? А, хорошо. Отлично. Дороговато. Ну ладно. Ну, если подумать, я припоминаю незнакомый. Провел много... Мне казалось... Удачи! Поаккуратнее с бомбой. Вот. Твоя помощь была неоценимой. Я хочу тебе это подарить. Мне больше нечего. Конечно, это сам... И все будут ослеплены его сиянием. Все будут... Будь я проклят! У тебя получилось! Тебе удалось ее разрядить! Вот твоя награда! Черт, а почему бы тебе тут не поселиться? Так, на вид, конечно, не бог весь что, но поговори с мо... Что ты хочешь узнать? Его можно найти на пл... Хорошо. Всего наилучшего. Наше спасение. Символ атомного сияния. Позвольте ей быть напоминанием о делении, случившемся в прошлом, и блестящим обещанием нашего деления в грядущие времена. Отдайте тела атому, друзья. Впустите в себя его силу. Почувствуйте его сияние.
Давай, железяка поганая. Каждый чертов день одно и то же. Говорю же, Харри, это не приемник. Частоту анклава отлично берет. Это новости галактики. Сигнал у них в последнее время просто никакой. Давай. Что? Это что? Проклятие. Дурацкий. Эй, гладкая морда. Тебе что-нибудь нужно? Может, выпить? Хоть что-нибудь. Ну, хоть что-то. Погоди, ты меня не ударишь? Не станешь на меня орать? Даже не обзовешь? Ну и ну, вот так сюрприз. Приятно. Послушай, Мариарти с меня шкуру сдерет. О да, такого типа я помню. Если честно, обычно я не высовываюсь. Только клиенту. Когда-то я был таким же, как ты. Я забрел в этот город, стремясь избавиться от своей уродливой оболочки. И к чему? Ладно, у Мариарти в задней... Готов поклясться, а теперь... Колин Мариарти к вашим услугам. Добро пожаловать к Мариарти. Любой каприз за твои крышки. Садись и О, боже! Это ты! Как вы... О, да, твой папаша проходил мимо. Тебе отец так сказал, что ты родом из этой дыры? И он тоже там родился. Твой отец принес тебя в убежище. Так оно и было. Твой отец, его товарищ из братства стали, и ты. Еще совсем сосунок без титьки, к которой можно присосаться. Мне жаль, что так вышло с твоей матерью, правда, жаль. Но жизнь продолжается. Твой папа... Да здравствует, дед. Правда? Ну, мы были знакомы. Новости галактики — это сборище трепачей, которые главный там у них некий... Но... Скажи, Харри, он... Пустоши? Зачем они тебе... Не лезь в мои дела. Мое дело — снабжать роднеков выпивкой. Я держу салун, деточка. Слухи — неотъемлемая часть моего бизнеса. Так что одним я поделюсь. Есть... На этом давай прощаться. О чем ты думаешь? Смотреть можно бесплатно, остальное за деньги. Не надо на меня так смотреть. О чем ты думаешь? О чем ты думаешь? Привет.
Путешествуем, а? Я тебя не помню. Недавно в городе, да? Надеюсь, что под заняться чем-нибудь ты имеешь в виду работу. Иначе тебе к Нови. Мне нужен кто-нибудь. Отлично. Пожалуйста, отнеси это письмо моим родным в поселок Ари. Конечно, с удовольствием. Ты ведь оказываешь мне большую услугу. Арефу находится к северо-западу от Мегатонны, на старом мосту через Потамак. Иди вдоль того, что осталось от реки, не пропустишь. Нет, не то чтобы... Может, просто письма не доходят. Ну, смотри, там живет Эван Кинг. Он что-то вроде местного шерифа. Потом мои... Ну, кроме тварей с пустошей, работорговцев, рейдеров и случайных мин? Нет, в остальном там совершенно... Ладно. Понятия не имею. Если тебе это важно, поговори с Маньей. Она дольше всех живет. Слушай. Смотреть себе под ноги. Не на... Что тебе нужно? Да, такого я помню. Он говорил с Мориарти. Ага, я тебе помогу. А Мориарти... Прости, малыш. Поговори с... Ну, для тебя комната и приятная компания обойдутся... Тебе на второй этаж. С Харри, что ли? Если не обращать внимания на его... Он редко говорит об этом, но похоже, что где-то... Он пару раз упоминал свою мать, но в остальном... Он здесь уже... С Харри? Нет... Он со всеми так себя ведет? Да зап... Ты просто снимаешь комнату. Неважно, будешь ты там спать или... А? Ты спрашиваешь, почему Харри лупит по приемнику? Здесь на пустошах все... И... А есть... Ты серьезно? А, должно быть, ты из того убежища. Ну да. Это единственное... Все. Береги себя, дорогуша. Чем я могу тебе помочь? Черт возьми! Новое лицо! Какое приятное зрелище! Меня звать Билли Крилл. Взять хотя бы меня и Мэгги, к примеру. У нас все... Увидимся. Надеюсь, это что-то важное. Я человек занятой. Thank you.
Давай, давай! Пересохло. Зайдите к Мариарти. Красная Америка этого не заслужит.